Итак, господа, это канал Жирный Голубь, и это Final Fantasy 5, и мы в ней последний раз. Больше мы в ней играть не будем. Я объясню, в чем прикол, да, я не справляюсь со сложностью этой игры. Вот. Мы выходим сюда, и вот видите, на той части экрана, вот на той, с водопадом, там бегает монстр. И это очень сложный босс. Да. Его надо обязательно победить. Поскольку в этой пещере, вот здесь... И вот эта вот сохранялка, она единственная перед концом игры. То есть будет еще одна перед главным боссом, но до нее надо пройти других боссов. Их 10 штук. Их 10 штук прям подряд. И никаких лечилок ничего не хватит, да? Соответственно. Значит, надо постоянно возвращаться сюда и сохраняться здесь. Вот в этом месте. Так, а вот эта штука, вот эта вот. Она, ее можно обойти, когда ты идешь туда. То есть она идет вверх, ты проходишь сзади нее. То есть ее можно обойти, когда она идет вот так. А когда ты идешь с той стороны, вот с той стороны, вот так вот идешь, да, то она всегда тебя бьет. То есть она видит не тут за одну клетку, она видит, только на соседних клетках. А когда ты идешь обратно, она видит через три клетки. И, соответственно, тебя вот прям с этого расстояния, даже с вот такого, где зона видимости вот эта. Она тебя уже убивает, прям нападает, да, и убивает, да. А убивает она сразу, победить ее невозможно. Сейчас я покажу. Вот, смотрите, внезапно вот так вот делает. Но это не важно, это внезапно, не внезапно, смотрите, что происходит. Хоп, 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 хоп. Привет. Ну что, господа, правда круто? И ее, соответственно, надо грохнуть обязательно, чтобы иметь возможность сохраняться вообще. Потому что боссы, там их 10 штук, я сказал, но при этом они долгие, по 10 минут, и после каждого надо тащим-то лечиться где-то. А лечение только на точке сохранения, соответственно, да, вот нормальное, да, лечение только на точке сохранения. И прокачка тут не решает, да, я просто не смог в игру, в общем-то. Давайте сами на нее нападем и посмотрим, что будет еще раз. Вот, нормально бой запустился, и она сразу хопа. Чё твари, да? Все, за ГГ. Так. Так, давайте вызовем Багамута. Вот. Всегда на всех врагов вызывай Багамута. А она очень защищена даже от него. Даже он не может ее пробить. Так что о чем мы говорим? Вот, она делает ракетный удар, еще один ракетный удар, и тоже конец, в общем-то. Так, не знаю, какую-нибудь Силдру вызовем, да, все равно чего вызывать, все равно результат один. Не важно, как лечиться или что делать. Короче, вариант защититься от этой штуки только один, на самом деле. На самом деле защита только одна. Блин, она еще отражает магию. Вот, видите, что творит. То есть, соответственно, ее только может суммонами убить, а суммона не работает на нее. Вот. Так. Все. Это конец. Она по 6000 ударила, представляете? Никто бы не выдержал вообще, даже на максимальном уровне в этой игре. Коч, какая идея? Есть, тащим-то одна идея, какая пройти. Она часто бьет огнем. Для этого мы берем вот это, да? И поскольку мы можем одевать только на рыцарей щиты, а прокачанный рыцарь для третьего уровня у нас только один, когда он умеет щит одевать, да? Просто новый рыцарь, да, он даже щит держать не может. Соответственно, мы берем... Как экипировать-то? Вот, одеть. Берем щит защиты от жара. Вот, жара, да? И это защищает от самой сильной атаки, которая убивает сразу. Вот, единственный шанс вообще тут как-то выживать, да? Но это ненадолго помогает, на пару ходов только. Смотри. Что она сейчас будет делать? Так, не это. Вот это может лечиться еще. Так, я тогда время делаю. Я делаю... Скорость 2 на всех. Так уж и быть, потому что на нее мы не можем делать стоп. То есть, или время ее сокращать. Она будет шибко хамить. Так, Левиат. Блин, она водяная, зараза. Так,
Значит, мы вызовем Багамута. Без вариантов. Багамут без вариантов. Ну, короче, это все приводит к тому, что главная атака не срабатывает только и всего. Вот смотрите, она сейчас, наверное, ее использует. Нет, не это. Вот это можно вылечиться. Короче, атака есть такой, атомный удар, по-моему, называется, да, как-то так. И он, соответственно... Давайте попробуем черную. А, она отражает, нельзя. Вот. Не дельту, а другую атаку, короче, такую. Я уже забыл, как она называется. И она, короче, отражает. Даже он не атакует этой хренью почему-то. Блин, он ракетным ударом бьет, да и все. Так. 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 Ладно, короче, ГГ понятно. ГГ. В общем, эту игру я удалю нафиг. Я в нее не смог. Видишь, что, видишь, что произошло? Он огнем, да? А огонь теперь лечит нас. И это главное, тащим-то в этом всем. То есть мы можем одного персонажа несколько ходов подержать. Пока все остальные грохнуты будут. Но он все равно будет использовать землю и грохнет всех. Или вот так будет делать, или землю использует. И все равно все будут грохнуты. Так что я не вижу, как тут пройти, вот. И все. Вот эта атака не работает, короче, атомный луч. Не работает, если надет вот этот, надет этот меч и, блин, щит. Щит жара. Не, не надет, да, блин. Надеть не надет, короче. Короче, уничтожено. Пора для нас закончилось. Будем ролиплеить уничтожение. Тушите свет.